have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мини-моторвейс, поехали строить дороги. У нас Дубай, кстати, есть челлендж, делик. Посмотрим, что нам предлагают. Начинаешь с одним кругом, и больше ни одного круга не дадут. И будут давать меньше, в два раза меньше. Но это челлендж, это. Давайте попробуем, я не знаю. Мне кажется, мы долго не протянем, но все же. Дубаи так Дубаи. Да. И сразу же такие, на, еще и мост использую. И вообще хар. Ну, кстати, цвет такой прикольный. Ха. Да уж. Кстати, спасибо, что делитесь своим экспириенсом по поводу соседей и всякое такое. На самом деле, каждый коммент замечаю, каждый коммент читаю. Спасибо, что пишете, это всегда приятно. Так мы ощущаем себя вроде как одним клубом, знаете, когда я вам что-то рассказываю, вы мне что-то рассказываете. Приятно, как будто посиделки на кухне. Вот, так что в дальнейшем ожидаю, что у нас будут эти разговоры продолжаться. Спасибо. Так, ребятушки, сегодня... Я даже не знаю, как и что мы продолжим. На самом деле, я сейчас сижу здесь в Motorways и опасаюсь того, как у нас завтра пойдет метро, потому что китайцы нам в прошлый раз поднаддали немножечко, надо будет собраться. Ну ладно, это другая игра, все. Пока что давайте здесь. Ну, кстати, там что-то было написано, извините, арабским не владею. Ну, то есть не в том виде, чтобы я мог свободно на нем читать. Вот, так на пальцах объясниться, да, но это ж... Как зачастую люди повторяют, что я умею молчать на 43 языках мира. Ну вот, типа того. Тоже такое умеем. Хорошо, пятница. Не, ну я понимаю, что пока что ограничения достаточно большие, но и приток какой-то такой, ну за недельку... Ладно, молчу. Ладно, молчу. Попробуем скомбинировать. У нас не так много плиточек будет, поэтому попробуем как-то скомбинировать все это дело. Хотя... Мне кажется, что если бы мы сделали вот так... По крайней мере, удалять-то плиточки можно. И вот так. Тогда вот так. Во, хорошо. Они будут выезжать на одну дорогу, да, но они там, я думаю, разъедутся. Ну, мне хотелось бы этого, конечно. Мост придется брать, потому что у меня всего один остался, и я уверен, что мне сейчас будут бомбить этими мостами. Я буду бомбить, потому что мне их не хватает. Ну, знаете, стандартная схема. Желтый и... Ну, как вот этот цвет называется? На английском называется или teal, или cyan. То есть в зависимости от того, насколько он более темный или более светлый. Но бирюзовый, по-моему, это, да, называется? Подскажите, я... Ну, вот это вот спор про цвета... Не то, что спор, а вот это вот рассуждение про цвета, по-моему, будет идти вечно. Они здесь подбирают такие цвета иногда интересные, и ты просто диву даешься. А как вообще такое получается? Возьмите там стандартные 10 цветов и пользуйтесь. Но нет, блин, они считают, что это для игрока будет скучно, и давайте лучше мы сделаем по-другому, зато будет красивенько. В принципе, на самом деле, согласен. Посмотрим, может быть, мы тут поверху построим объездную, я хотел сказать, но да. Вот так вот пока что сделаем. Может, соединим? Давайте соединим. Не знаю, зачем нам, по идее, там одной машины сверху должно хватать для обслуживания. Да и ехать вот так вокруг нам нецелесообразно. А давайте мы тогда вот здесь вот... Ага, А почему до этого нельзя было? Давайте вот такое вот подобие круга создадим, чтобы они циркулировали эти туда, эти сюда. Мне кажется, так будет немножко поудобней. А желтые, смотрите, желтые стали верхней частью-то пользоваться, им это выгоднее. Прикольно, прикольно.
То есть им вот так вот через верх ехать удобнее, потом заворачивать вниз, чем вот, ну, в принципе, логично, ладно. Хорошо, что присоединение дома к дороге не забирает поинтов, то есть вот ты вот так вот делаешь, и оно не забирает, потому что у меня осталось три плиточки, которые я могу выложить. Это совсем-совсем немного. Ну вот неделя сейчас, по крайней мере, закончится, да, мне дадут еще 10 плиточек. Ну, блин. Что, кстати, в этот раз предложат? 15 или 2 светофора? Я возьму, наверное, 2 светофора, просто чтобы у меня были в комплекте. Не знаю пока что, что и как, где оно мне пригодится, но вот... Честно говоря, мне немножечко получше стало отношение к светофорам, но оно не доверие не восстановилось полностью до сих пор. Мне до сих пор кажется, что какая-то бредятина. То, как оно здесь все работает по светофорам, потому что ты такой смотришь, им красный горит, они просто на красный едут и все. Так у нас машины следуют правилам дорожного движения, следуют. О, спасибо. Давайте подкидывайте через низ. Но у них, смотрите, есть своя личная дорога туда, у них все нормально, все хорошо. Тем более туда еще и домики подкидывают. Тоже хорошо. Круглый торговый центр опасный. Мы это знаем, мы это прекрасно знаем. Так, ты вот сюда подсоединяешься, ты вот сюда подсоединяешься. И желтым вот отдельный заезд сюда. Этому придется сюда давать, вот через эти ворота. Хорошо. Розовым приходится просто протискиваться через все остальное. Прошу попасть в свой торговый центр. А тут интересно, есть такая модификация, что типа машина приезжает, забирает по два человека или как-то... Ну то есть мы же с вами уже... Мы с вами когда в метро играли, там же стандартный вагончик на 6 человек. Но мы с вами уже умудрились увидеть вагончик на 4 человека. И такое тоже бывает. Это был даже не трамвай, это было прямо метро. Вот, может здесь какие-то нестандартные машины будут, может... На самом деле могли бы ввести, как вот торговые центры развиваются, чтобы дома тоже развивались, чтобы давали там, допустим, не машины, а минивены и что-то такое, чтобы там приезжало по два, по три человека. Слушайте, это, по-моему, упущенная возможность. Было бы круто так сделать. При том, что, знаете, игра относительно часто получает обновления, то есть примерно раз в неделю сюда что-то прилетает. Не, ну ладно, маемо шо маемо, да, и играем из того, что есть. Опять же, мы сюда возвращаемся, игра нам нравится, так что с этим все хорошо. Еще один мостик, пожалуйста. А вот, но опять же, то, что замечаешь, то уже потом трудно развидеть, поэтому фиг с ним. А, знаете что? Могли бы, может быть, для желтых сделать отдельный выезд сюда, но нет, не будем. Тут есть свои дома, которые обслуживают большой торговый центр, те два маленьких домика, которые обслуживают вот этот посерединке желтый торговый центр. Они вроде нормально пока что кооперируются, оставим как есть. Может быть, разве что... Ну, блин, у меня единственный этот roundabout, надо его поэкономить. Я, в принципе, уже присмотрел для него место, вот тут, где разъезжаются желтые с розовыми. Там, по-моему, было бы... А черт с ним, пусть он там и стоит. Не, вот сюда. Угу. Вот так. Сделаем отдельный светофорчик. Не светофорчик, а базу такую для них. А вот это... Эть, вот так вот должно идти. Мне так больше нравится. Если бы я еще и выезд торгового центра мог бы по-человечески туда поставить, но этим я регулировать не могу. Это я регулировать не могу, поэтому... Да. Мне кажется, если бы я сейчас этот roundabout не поставил, то я бы потом его экономил, потом мне было бы плохо от того, что я его слишком переэкономил. Сколько у нас плиточек? Пофиг уже, сколько плиточек.
пожар, который надо тушить. Ладно, эту экосистему... 4 плитки осталось. Этого явно не хватает. Эту экосистему надо как-то держать, попробовать держать отдельно. Это какой? Светло выгоревший красный? Там, я не знаю, цвет... как бы так... Что он мне больше всего напоминает? Мне он больше всего напоминает выгоревший стоп-сигнал Toyota 90-х годов. Вот так оно примерно выглядит. Кстати, не знаю, меня всегда очень сильно бесили выгоревшие лампы на машинах. Ну, в смысле, не сами лампочки, а вот как... Ой, Motorway, давай. Я взял себе, у меня плиток не хватает. Я себе повелся, блин, на Motorway. С другой стороны, Motorway у нас дает неограниченное количество плиток и мостов. Так что ладно, это хорошо. Так вот, я же говорю, меня это всегда бесило. Ты видишь какую-нибудь машину, которая еще, ну, допустим, там, неплохо выглядит, о ней заботится, там, у нее есть хорошая лакокрасочная покрытие, ты такой обходишь, любуешься, что машина каких-нибудь там 30 лет назад, и она нормально выглядит, и тут ты видишь вот эти выгоревшие сзади стоп-сигналы, и такой, ну черт, это же так отвратительно выглядит. Раз ты заботишься о тачке, пойди купи себе уже, ну, или оригинал, или, по крайней мере, выгорают-то в основном всякая китайщина. Я сейчас не пытаюсь отомстить Китаю за то, что не-не-не, тут никакого... Никакой расовой дискриминации здесь не происходит. Просто так уж получается, что оттуда приходят не всегда качественные вещи. Я думаю, что вы, в принципе, в курсе об этом. Блин, ну куда ты вот этот мне домик впихнул розовый? Угу, спасибо. Ну на, пусть он сюда идет, а этот сюда, хорошо. Через дворы пустим и пусть едут. Получается, тогда вот эти маленькие розовенькие сейчас будут обслуживать здесь... А вот там два домика будут обслуживать тот торговый центр розовый. Два внизу, два сверху. Отлично. Они хорошо расходятся, кстати. А были бы у нас деньги? О-о-о. О, здрасте. На. Я, в принципе, что думаю? Смотрите, сейчас нам дадут плиточек. А может быть и не дадут. Ну, то есть я вообще планировал... Да, вот так вот делать. Ну, давайте. Сейчас, воскресенье будет. Да идешь ты лесом. Ага! И как? Ну, в принципе, я знаю как. Блин... Еще один Motorway, посмотрим, если наша афера выгорит. Мы чисто для этих чуваков построим Motorway чисто к их торговому центру. Вот так вот сделаем. Отрежем их полностью от такой системы, пусть они чисто туда гоняют. Вот у нас уже две. Вот эти вот выгоревшие розовые и вот эти вот фиолетово-синие непонятные. Вот они и те у нас будут отрезаны. А вот и желтый. Но я от него пока ничего не буду тянуть. У меня... Не буду, да. У меня 5 плиток. Две плитки, да? Но это мне не хватает. А зачем я им сюда поставил? Ну, пусть пока вот эти желтые обслуживают здесь. А потом, когда у нас будет возможность, то мы... уже вот этих ребят вывезем как-нибудь, попробуем. Эти-то мне не включены, опять же, в общую систему. О, здрасте. Блин. У меня вообще ноль плиток. Блин, я, конечно, понимаю,
что это все фигня, но это ж перебор, друзья, ну как так-то? Сейчас, подождите, дайте мне, вот сейчас воскресенье закончится, дайте мне тупо 20 плиток. Ну, 20 я не получу, ладно. Нужно вот тут подсоединить. Вот так вот, 15. Сюда. Сюда. И сюда. Вот так это все будет выглядеть. Криво, косо, но это будет вот так вот пока что. А сюда, наверное, надо поставить светофор. Ну, ясно, эти закончились. А давайте мы тогда еще один. Не буду еще один мотервей ставить. Нам, в принципе, хватит. А, в смысле, хватит? У нас. Угу. Поехали. Втягиваемся туда, давайте. У меня не хватает, чтобы подсоединить, так что, ну, я все понимаю, но это нереально, пока что, по крайней мере. У нас тут тот островок вообще связан единственным моторвеем здесь. А синий вообще находится где-то на отшибе. Сейчас срочно, чтобы в воскресенье вот этих розовых подсоединить сюда, чтобы они туда начали ездить. Ну что тут офигеть как не хватает. Просто офигеть как не хватает. Там 3-4, ну ладно, 5 домиков стоит, но все равно они туда ездят и, ну, не то. Прям вот не то. Вот смотрите, буквально, да, они в 2 раза урезали, и все, и ты уже ничего не сделаешь. Просто уже ничего не сделаешь. Ну, моторвей 5. Раз. Синие. Угу. Вот так вот сделаем. Эти сюда подсоединим. Сколько на... А, у нас уже опять 0 плиток. Все хорошо. Желтые подкинули. Но с этими пока ничего не можем сделать. А тут у нас... давайте светофор. Вот сюда. Он там нафиг не нужен. Угу. Было бы неплохо подключить это все. Постов у нас тоже нету. Внизу просто куча всего, что... Ну да, спасибо. Ну, понятно. Короче, ладно. Это проигранная катка. С этим ничего не сделаешь. Потому что, ну, это слишком крутой челлендж. По крайней мере, для такого нуба, как я. Я же не спорю, что, возможно, люди с этим разобрались бы, но я не могу. Для меня это слишком... Я пока тушу один пожар, приходит другой. Вот уже суббота. Мне же как-то нужно будет тушить вот эту штуку. Я без понятия, как это делать. Так что, да. А, еще вон там торговый центр появился. Ну, это же замечательно просто.
Да, там внизу уже трындец начинает твориться. Я туда уже не успею даже при всем своем огромнейшем желании. Причем желтые абсолютно все заняты, все в разъездах. Они вон пытаются внизу торговый центр хоть как-то... Да поставьте на место. Расхреначить. Сколько туда машин поехало? Одна, две. А, внизу тоже, тут тоже с желтыми полный коллапс, потому что я не смог им дать нормального этого. У нас тут еще парочка домов не подключены, эти стоят в пробках. Все хорошо. И вот тот торговый центр, выцветший сверху, он тоже сейчас. Нет, рванет все-таки желтый снизу. Все хорошо. Ладно. Это был. Понятно, что трудно, но это было интересно. Мне понравилось. Пойдем все-таки сходим на прохождение, посмотрим, что у нас там есть. Так. Дар-эс-салам. Нам сюда сегодня. Посмотрим, что нам предложат. Без ЖД? Как-то ЖД мне прямо аж немножечко... Я сейчас слышу, вижу ЖД. Я обожаю ЖД, но вот в этой игре это прям очень тяжелый фактор, по-моему. Вообще игра про машины, что здесь делает ЖД? Поэтому да, я немножечко переживаю, когда вижу такое. Коко Бич. Неплохо. Пляж Коко. Уж не Коко Шанель случайно? Не, вряд ли. Хотя, кто его знает. Это же не потому, что там курочки водятся явно, поэтому... Да, там курочки не водятся, на пляже водятся цыпочки, если вы понимаете, о чем я, да? Ладно, поехали дальше. У нас тут красивые красные машинки, красивые красные домики, все аккуратненько пока припарковано. Пока не начался хаос, наслаждаемся спокойствием. Блин, я не помню, сколько надо, 400 или 500 человек. Я каждый раз, я не могу это запомнить, потому что ачивка выходит на 400, и вроде же как бы нужно 400, но почему-то мне в голове продолжает играть цифра 500. Не знаю, почему, не спрашивайте. О! Делаем раз, делаем два. Отлично. Торговый центр одного цвета. Красота. Мне пока все нравится. Люди себе спокойно ездят за покупочками, у них все хорошо. Может, поехать завтра за покупочками? Что-то аж прям навевает, знаете, хочется поехать куда-нибудь в торговый центр. Вообще, ребят, что вам больше всего нравится в торговом центре? Вот там же есть много разных зон, и это же все, оно же не просто для покупки. Нет, естественно, что все это для того, чтобы создать вам настроение покупать, и чтобы вы купили больше. Но это же не значит, что надо подчиняться системе. И, например, когда приезжаешь в торговый центр, очень приятно иногда просто посидеть, если он там высокий, посмотреть с верхнего этажа на всякие классные виды. Вот, или же там, пока сидишь в фудкорте, можно порассуждать, можно еще что-то. Там много чего можно сделать, кроме самих покупок. Вот это мне, кстати, торговый центр и нравится. Если есть нужда просто сходить в магазин, окей, да, ты едешь в магазин, и с этим все нормально. Но если, например, на улице там какие-нибудь 38 градусов, вот, и ты такой, да ну, даже парк сейчас не поможет, ничего сейчас не поможет, ты просто берешь там, свою семью, все пакуетесь в машину с кондиционером и едете в торговый центр, чтобы гулять под кондиционером. Это прям самое то, что надо. Вот. А еще очень круто, если бывает иногда, знаете, заходишь в какой-нибудь магазин техники. Я не буду называть, по каким магазинам техники я хожу, потому что, во-первых, это реклама, я не хочу рекламировать ничего. Во-вторых, это вполне может не совпадать с теми магазинами техники, которые есть у вас, и вас это введет в заблуждение. Поэтому назовем это просто пока что, знаете, такими магазинами техники, где продаются там разные
компьютеры, периферия, игры, консоли и всякое такое. То есть, понятно, что зачастую ты будешь покупать такие вещи в онлайне, потому что, ну, банально дешевле и лучше выбор. Вот эти вот большие магазины в больших торговых центрах, это такое не то чтобы пережитки, это для тех людей, которые, наверное, до сих пор не умеют покупать в онлайне, и которые... Ну, я не знаю, может, им это как-то не подходит. Слушайте, мне пока не подходит, как эти машины тут все устроили. Это какое-то восстание машин. Давайте сделаем два перекрестка, чтобы они не стояли просто на дороге друг у друга. И тогда тебя вот сюда, вот, дружище, все. Хорошо. А вот. Так вот, приходишь ты такой в этот магазинчик и начинаешь смотреть, и тут, знаете, какая-нибудь игра старая, она у них завалялась, и они пускают по распродаже, потому что они не знают ее настоящей ценности, а ты такой приходишь, ёпперс, это ебах, я сразу в коллекцию себе. Ну, у меня такое случалось, например, с... Помните? Вообще, помните, кто-нибудь еще, что такое UMD-диски? Кто мне сможет назвать, что такое UMD-диски? Я вас внимательно слушаю. Остались ли еще те люди в мире, которые помнят, что это такое? Так вот, не хочу светофора, спасибо. Идешь ты такой и находишь какой-нибудь старый UMD-диск, и который когда-то стоил там full price, потом, не знаю, по 20, по 30 баксов, а ты его там буквально по скидке за какие-нибудь 4 или 5 долларов урываешь, и ты прекрасно понимаешь, что оно тебе нафиг не надо. Потому что уже и консоль это не актуально, уже и следующее поколение этих консолей не актуально, и никто это реально продавать не будет, но оно красивое, запечатанное. Ну, я не знаю, как бы я просто как коллекционер, мне такие вещи нравятся. Там, берешь какую-нибудь ретро-штучку, которая реально имеет какую-нибудь ценность, а вот, если ты находишь ее в хорошем запечатанном виде, берешь так, ставишь на стеночку, ну, на полочку, которая у тебя на стеночке, и оно там потом красиво выглядит, ну, не знаю, я в этом нахожу некое эстетическое удовольствие. Кстати, насчет всяких коллекционных вещиц и насчет всяких извращений, скоро, если будет все нормально... Может, ну, скоро это тоже относительный термин, но неделька-другая, должен бы выйти на нашем канале обзорчик одной очень редкой и очень интересной штучки. Если интересно будет, заходите, смотрите, я думаю, вам будет интересно. Мне кажется, что тут же собрались такие же чеканутые, как и я, да? Так что да, добро пожаловать, приходите. Я думаю, что я не буду анонсировать, как оно называется или что-то такое, но когда выйдет на канал, вы сразу поймете, что это такое. Будет, кстати, интересно услышать ваше мнение. Ладно, обратно к тачкам, к нашим торговым центрам. Вот, мне интересно, что вы обычно делаете в торговых центрах. То есть я не верю, что вы просто ходите и покупаете вещи. Торговые центры были построены не для этого. Поэтому рассказывайте. Рассказывайте. Очень интересно было бы послушать. Пишите в комментах, кто зачем охотится, кто за покоем, кто за редкостными штуками, кто зачем, кто куда. Блин! У нас тут как вот выросло. Ну, давай вот так вот. Это через верх или через низ, если они будут ездить, интересно. Сейчас посмотрим. Ну, почему обязательно в противоположном... О, моторвей. О, мост! О, привет. Давайте я возьму, наверное, 20 и мост. Моторвей я пока что не вижу куда. Тут все достаточно компактненько. А на правом берегу сейчас вполне может появиться какая-то гадость, которая мне скажет, чел, давай тебе сюда. И все. И ты ему ничего уже больше не скажешь. Так, желтым откровенно неудобно туда ездить, кстати. Мне кажется. У меня что-то такое ощущение. А сколько у нас плит? У нас плит, кстати, достаточно. Мы могли бы, наверное, немножечко разрулить все это движение. Красные сюда, желтые сюда, эти. Как-то оно все не по феншую как-то. Шучу. Я не соблюдаю все эти вещи, просто как факт. Как факт ап. Нет, а ты... Да, можешь в эту сторону повернуться. Все, хорошо. Дворик создали. Интересно, какой у нас тут второй торговый центр сейчас влепят.
Красные, желтые, синие. А если мы вот так вот сделаем, чтобы желтые шли поверху, а красные шли по низу. Красные, чтобы не мешали желтым. Желтые будут, типа, будут. Отлично. Теперь нужно создать... Угу. Зачем? А, так. Да, руки-то кривые. Для желтых нужно создать варик, чтобы они все сюда выезжали. И заезжали. Блин, а... Давайте вот так вот сделаем. Чтоб тут никто не ссорился. Нет, я еще один мост возьму. Давайте, может быть, синюю сюда, вот эту фигню вообще уберем. А, там крутой торговый центр появился, классно. Желтых надо много теперь. Но они вроде все едут, вроде все нормально. А что если мы... Стой. Мне не надо там создавать вот это вот бутылочное горлышко. Если я просто создам через круг желтым движением... Слушайте, по-моему, так будет самое то. И знаете что? Может быть, мы желтым создадим еще и вот такое? Раз у нас есть варианты, раз у нас есть опции, почему бы нет? Пусть едут, наслаждаются. Ну что ж, пока вроде все работает так, как мне хотелось бы. Не, красные не могут выезжать нормально. Давайте мы красного сюда наверх переместим. Чтобы он с круга не испытывал трудности выезжать. Этого сюда. Надо их убрать оттуда, чтобы они тоже через центр не ездили. Надо немножко центр разгрузить. По крайней мере, вот таким вот путем. Да. Таким образом мы уберем голубых с... Они все равно туда едут. Два моста, давайте еще один, наверное, два вот возьмем. А вот тут он у нас... А, он у нас тут влезет. Все это идеально. Давайте. Спасибо. Создадим движение на кругу. А че ты аж вокруг-то поехал? Ты че? Вот посмотрите на этого имбецила, куда он поехал вообще. Зачем? Зачем ты такого кругаля наворачиваешь? Ты что делаешь вообще, дружок? Так, красных можно спокойно включать сюда в систему. Для желтых бы, на самом деле, другой бы выезд создать. А давайте мы реально для желтых создадим другой выезд. С выездом сюда на круг. А, синие тоже будут этим пользоваться. Ну хорошо, договорились. Не, я же это делал не для того, чтобы вы тут столпились. Вон у вас есть круг, через круг ездите себе на здоровье.
Ну тогда пока что вот так. О, хорошо, 300 пассажиров и 50 мостов. Хорошо. Комбо. Комбо. Может, вот такой вот еще мост устроим? Чтобы они напрямую сюда ездили, например. Слушайте, а было бы неплохо. Фиолетовые. Фиолетовые. Давайте мы его сюда в систему впряжем. Так. Знаете что? Давайте, наверное, потихонечку мотор войнам один. Просто чтобы было. У нас не так много плиточек, но, во-первых, мы справляемся, во-вторых... Для коллекции моторовый вполне подошел бы. И у нас опять нет мостов. Это еще дальше мог бы, например, там заспавниться. Этих ребят много в системе. Так, во-первых, давайте его сюда, потому что нам в эту сторону. Во-вторых, вот этого желтого сюда. Как бы это ни странно прозвучало, но мне кажется, что как раз хайвеи нам создают очень много проблем иногда. Что-то как там такое вот у меня ощущение. Так, у нас вот этих вот темно-синих у нас 3 торговых центра. Они разнесены примерно равномерно. Как бы тоже. Тогда знаете что? Давайте вот так. И вот так. Мне кажется, да? Отправим их сюда. Как вы рассчитываете вот этого красного? Вот так вот, что ли, будут? Ну ладно, пусть будет вот так. Угу. Прям сюда нам новый торговый центр вкинули. По крайней мере, тут есть кем его обслуживать. Круг вроде пока справляется. Это сюда, это сюда. Давайте напрямую его подключим. А, офигеть, у меня закончились. Вот мосты 20, да. Мосты и 20. Строим микрорайончики. Посмотрим, как это будет себя оправдывать или не будет. Блин, они прям накидывают. Нет, нужно вот это создать, да. И здесь еще один рандебаут, да, давай. Блин, как-то проблемно. Вот тут вот не разъезжаются. Красные не могут добраться до своего места назначения, что тоже не очень.
Желтые никуда доехать не могут. Блин, проблемно, проблемно. А я ничего с этим сделать не могу, да? Скорее всего, не могу. Слишком много домов, вот эта улица слишком проблемная. Я никак не могу даже перекинуть, потому что сверху улица тоже желтыми набита. Ну, мы потихонечку приближаемся к тому моменту, когда я буду бегать и орать. Так. Это сюда, это сюда. Красные потихонечку забирают, да, но слишком потихонечку. Там сейчас уже счетчик пойдет. Еще один рандебаут, давай. Можем его вот сюда вот? Давай, поехали. Надо как-то разрубить этот Гордиев узел. Они выехать не могут. Красных не выпускают, потому не могут заехать новые. Все очень просто. Они, смотрите, на красных на стоянке скопилось просто до такой задницы. И там все, там уже намертво они засели. И он там проехать не может. Я же не могу его никак не подвинуть. А что, так можно? Новые заказы. Давайте скорее. Они типа забирают, но вон там он еще с красными проблемы. О, тут все намертво стало. Типа оно там что-то крутится, оно там что-то едет, но... А, с этими тоже хорошо все. Классно. Ну, в общем, да. Вот эти вот красные нас погубят. В принципе, ожидаемо. С другой стороны, мы почти 8 сотен развезли. Смотрите, это больше, чем 400 или 500. То есть мы выиграли. Это гораздо меньше, чем 1000. Мне не будет дергать из-за того, что там 987 какие-нибудь. И все. Сейчас посмотрим в менюшке. 300 человек. Так, а Мюнхен... И Мюнхен открылся. Суперски. Хорошо. У нас есть новые направления, куда мы можем поехать. Там у нас Манила, Рио-де-Жанейро и даже Дубай. Но это будет уже в следующий раз. Даже не в один раз, а все это будет проходиться очень тщательно. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.